Уже несколько дней на Кубани и в Армавире наблюдается экстремально жаркая погода. Как следствие, в нашем городе значительно возросло потребление электроэнергии. Люди включают на всю мощность кондиционеры, также работают и другие электроприборы. Возникли перебои в электроснабжении. Отключения регулярно возникают в разных районах города. Исправить ситуацию могут помочь и сами жители. Филиал АО «Электросети Кубани» «Армавир Электросеть» настоятельно рекомендует в период пиковых нагрузок с 14 часов до 21 часа ограничить использование энергоемких электроприборов, таких как электрические печи, стиральные машины, кондиционеры и прочее. Массовое использование энергоемких электроприборов приводит к превышению максимально допустимой мощности сетей. Это чревато возникновением скачков напряжения, замыканий, может привести к возгоранию. Кроме того, под действием защиты происходит отключение в электросетях, ломается оборудование. В связи с сложившимися обстоятельствами компании АО «Электросети Кубани» принято решение о вводе в филиалах, в том числе и Армавире, режима повышенной готовности, что означает отмену всех отключений, связанных с проведением плановых работ, а также круглосуточное дежурство ремонтных бригад для выполнения абонентских заявок. Каждый день ремонтные бригады ликвидируют несколько отключений, но они возникают вновь и вновь. Чтобы пережить жару с минимальными потерями, каждый житель должен постараться снизить потребление электроэнергии. Влада Волошина, Федор Факиров, служба информации телерадиокомпании «Вита», Армавир.